Здравствуйте, я продолжаю серию видеороликов о Garant Gridlion. С вами Томас. В предыдущем сюжете у нас, точнее у меня, возникла проблема с идентификацией содержимого ящика. И сейчас мы ее просто решим. Просто нанесем маркировку. Давайте для начала вынем маркировальную полоску из алюминиевой ручки ящика и подпишем, что находится внутри. Итак, что же у нас здесь? У нас здесь винты. Так, вообще-то здесь не только винты, но и прочие крепежные элементы. Ладно, не проблема. Полоски для маркировки Garant Gridlion можно протирать влажной губкой. Старая надпись легко удаляется. Вот, как новая. Теперь мы снова можем нанести правильную надпись. Крепежные элементы. Все, маркировка готова, и я могу вернуть полоску обратно в ручку. Теперь все знают, что находится внутри. В следующий раз я покажу, как стационарный верстак легко превратить в передвижной. До встречи!